Сегодня специалисты краевой поисково-спасательной службы демонстрировали навыки по оказанию помощи человеку, провалившемуся под лед. Учения проходили в районе станции Моргородок. Спасатели рассказали, как рыбак, оказавшийся в полынье, может выбраться из ледяной воды без помощи специалистов. Показали несколько методов самоспасения. В эту полынью, которая находится у меня за спиной, сегодня около 3 часов дня провалился 27-летний мужчина. Помогите! Помогите! Вокруг не было ни души, но он не растерялся и не стал паниковать. Быстро лег на живот, закинул ноги на лед и, вращаясь вокруг своей оси, выкатился на него. Это первый способ, самостоятельный. А вот он снова проваливается под лед, а выбраться ему помогают люди, услышавшие мольбы о помощи. Вытаскивают рыбака при помощи подледного бура. Вообще, по идее, до выхода на лед рыбаки должны при себе иметь, вот, как мы вам показывали, выброску, что-то типа морковки, так называемой, либо конец веревки с какой-нибудь ручкой, там пластиковой, либо резиновой, ну, в принципе, не принципиально, и запас веревочки там, 7 метров, там, до 10, больше не надо, чтобы было где-то в доступности, если вы провалились под лед, да, и рядом есть какие-то рыбаки, вы зовете на помощь и непосредственно выброску выкинули от себя. Соответственно, людям подбежать, взять за нее, потянуть легче. Одевай. Одевай. Руки, руки, руки. Все, что показали спасатели, это методы самоспасения, которые они нередко применяют в своей работе. Морковку вот кидали, выброску так называемую, это мы частенько используем. Когда вот шуга на море, человек там тонет, подходишь к нему на плавсредство и кидаешь выброску. Один из методов. Так у нас другие способы. У нас вон там Марс заведен, это судно на воздушной подушке, на котором мы выходим, снимаем рыбаков со льдины. У нас есть средства спасения из полыньи, то есть мы гораздо оперативнее работаем, и у нас более сложная ситуация, не так, как вы сейчас наблюдали. Спасатели говорят, 2017 год только начался, и, к счастью, им пока не пришлось никого вызволять из беды. Настоятельно рекомендуют не выезжать на лед, когда он только становится. Ведь пойманная рыба не стоит человеческой жизни.